Как-то раз, одним весенним днем, после школы, я сфоткался с другом. Ничего типа такого особенного. Все нормально, все заебись. Сел на автобус, поехал. Все нормально, все еще. Прихожу как-то домой, знаешь, я на 10 этаже живу. Короче, предыстория такая. Мой отец поставил мне в телефон новую батарею, тестовую. И прикол в том, что мой телефон, знаешь, такой, типа ты ее щелкаешь, и у нее же задняя крышка отваливается. Ну, она очень легко отваливается. Прихожу, стучу в дверь и такой типа, ну-ка, возьму телефон с кармана. Взял, а он упал, разделился на две части. Ну, думаю, ничего, на такое часто происходит. И, блядь, эта нахуй батарея взрывается у меня в руках. Я, блядь, захожу домой, когда мне уже наконец открыли, у меня рука в пламени, мне намазывают гробную зубную пасту, и я лежу спокойный.